Добрый вечер. Очень в последнее время актуальная тема бензина, повышение цен, и я не мог просто обойти эту тему стороной. И вот что из этого получилось. Прочитаю вам бензиновую оду. Плыл день холодный, июнь над лужами застыл, мой бак голодный, рыдая, топливо просил. Пусть в 90-х в избытке не было машин, такого роста не знал бензин. Ох, эти цены на бензин мой счет сгубили, они ворвались в магазин, вселившись в гречку с молоком. Ах, эти цены на бензин, мы вас любили не так давно еще, в 2002-м. В паденье рубль, но к 40 ползет бензин. Не дать бы дуба, пойду чиновникам в Минфин. Решу проблему, засев в служебное авто. Закрою тему, пока не вырастет под 100. Ах, эти цены на бензин народ разбудят и пустят жители страны в Фейсбуке свой протестный клич. Ох, эти цены на бензин, кто вас осудит, тот завтра снова сядет «Вольво» и «Москвич». Ух, эти цены на бензин, растут все марки, и даже 40 не предел, давайте ноги разминать. Сегодня славится бензин большим подарком, и даже страшно угадать с ценой лет эдак через 5. Спасибо, с праздником!